Свободно и прозрысто. Такую оценку выборам у парламент дали международные наглядальники от миссии СНД, которые працавали у Гомельской области. Своими уражениями яны поделились под час брифингу, який отбылся у Гомеле. У нашем регионе за ходом выборов сочили 59 международных назиральников от миссии краин содружности незалежных держав. Яны працавали во всех выборших округах. Сапраўдное свято. Так представники СНД характеризовали сами выборы. Накрамя того, яны отзначили максимальной открытость и прозрыстость выборчего процесса. Не застався без уваги профессионализм членов выборчих комиссий. Мы посетили много избирательных участков. Самое главное – высокая организация этих выборов. Там очень подготовлены люди, члены комиссии. Все прошли тренинги. Они высокие профессионалы. Они очень качественно, оперативно работают. Все это даже можно учиться у вас. Выборы у Палату представников национального схода в нашем регионе были признаны отбывшимися по стане на 15.00 17 листопада. По попередних даденных, подчас до терминового голосования, у основный день у нашем регионе своим правом воли выявления скористался крыху больше за 81% зарегистрованных выборщиков. Это третий показчик по республике. По словам старшини Гомельской областной выборчей комиссии Алексея Няверова, выборы проходили спокойно. Скаргов из-за увах не поступало. Гомельскую областную избирательную комиссию жалоб, каких-либо замечаний от избирателей либо наблюдателей не поступало, от кандидатов в том числе. Ну, единственное, что только 17 числа были звонки от избирателей организационного характера, я бы сказал. Кто-то уточнял свой избирательный участок, кандидата, за которого голосовать. Но это нормальный рабочий момент, который есть на каждых выборах, и поэтому я считаю, что все в рамках дозволено и законодательство. По попередних даденных от Гомельской области у Палату представников национального сходу выбраны 17 человек. Их имены и прозвища зараз вы бачите на своих экранах. Кончатковые выники голосования будут подведены в ближайшие дни. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».